как говорят, там, в семье не без урода, от уродов мы можем защищаться только совместно, когда мы друг друга информируем о том, какие существуют способы обмана. Мошенники, они пытаются воздействовать на наши чувства. И наша задача, понимая то, что на нас воздействует на эмоциональном уровне, сказать: так, секундочку, все прекрасно, эмоционально я понимаю, я очень вам сочувствую, замечательно, теперь расценивайте ситуацию. И если у вас в этот момент вы способны включить аналитическую систему, вы в этой ситуации можете увидеть какие-то еще детали, какие-то еще факты, какие-то еще характеристики этой ситуации или этого информационного текста или какого-то там, я не знаю, видео там и прочее, вот, которое позволит вам уже начать про это дело размышлять.